Мужик просыпается, смотрит, а у соседа во дворе большой теннисный корт стоит. Ну, слушай, сосед, где взял там? Да, в пруду у нас рыбка золотая появилась, но только глуховатая. Ты если будешь спросить, проси что-нибудь погромче. Мужик бегом, значит, к пруду. Рыбка золотая, хочу много баксов. На следующее утро просыпается, смотрит, а у него все в баксах завалено. Бежит он к соседу и говорит, слушай, сосед, ну просил баксы, просыпайся, а у меня все в баксах завалено. А сосед говорит, слушай, ну я ж тебе говорил, рыбка-то глуховатая. Ты думаешь, я большой теннис просил? Встречаются два друга, а у одного под глазом фингал. Он слушает, что случилось-то, я не пойму. Он, да понимаешь, все из-за человеколюбия. Слушай, ну а как все произошло? Да понимаешь, девушку из воды вчера вытащил, а жена моя все увидела, как дала мне в глаз. Слушай, ну совсем ужас-то какой, как все бесчеловечно. Слушай, а где это было, на речке или на море? Да не, в ванной нашей. Одна женщина под старости лет родила себе ребеночка, а тут ей по делам надо. Решила она отцу его отнести. Отец тоже старенький, приносит его, говорит, папочка, мне тут по делам, посиди с ребеночком. Отец, доченька, да я старый стал, я уж забыл, как это делается. Она, пап, ну есть такая поисковая система, Google называется, там все показано, рассказано, как что делать. Он, ну ладно, конечно, беги по своим делам. Прибегает через некоторое время, а ребенок весь обосранный, голодный, кричит. Она, папа, а что случилось? Отец, доченька, да конфуз произошел, конфуз, доченька, конфуз. Я сосочку решил прокипятить. Начал кипятить, она к сковородочке пришкварилась. Я хлоп, а она к плите пришкварилась. Но я в Google захожу и набираю, как отодрать соску. И забыл про все.